Дмитрий Медведев сегодня прибыл с официальным визитом в Китай, где в эти дни проходит саммит глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита пройдут и двусторонние встречи. Одна из них с главой Кабмина Афганистана уже состоялась. Кроме того, запланированы переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Пекин сейчас является одним из ключевых стратегических партнеров Москвы, и впереди большие планы. Так, уже в ближайшие 5 лет страны намерены увеличить товарооборот до 200 миллиардов долларов. Визит Медведева продлится 4 дня.